Диаграмма просмотров за 28 дней на вечер 26 мая. Ну, а теперь по цифрам. Это вот 28 апреля был спад, самая такая нижняя точка 17 тысяч. И потом шел подъем, снова небольшой спад там. И рекорд 103 тысячи, 103 700, потом был рекорд 220 тысяч, ну и понедельник 23 мая 331 373, который был такой серьезный прорыв для моего канала. Ну и публикации было, конечно, в тот день сделано 231, ну и перед этим воскресенье много и во вторник, поэтому такая серьезная цифра. А потом снижение во вторник 94, в среду 34, да, вот сильный спад, можно сказать, 10 раз упало, да, 331 тысяча и 34, это 10 раз падение произошло. Ну, это вот данные на вечер 26 мая, четверг. Такая диаграмма задалась совсем не.